Так это один из его чаров, да. Сейчас мы увидим вторую Джеки на этом турнире. Вот она. Что, резко врывается Липсан, у него был метр, он его довольствием потратил, да. Но пока пропита немного. Да, он что-то там немножечко прессит, немножечко чем помога, но... Так, неплохо. Почти вот. Пробежал, видишь, чуть не достал бы тебе скальча. И тут, если до этого мы обсуждали, что Джеки автомат там... Хорош! Может зониться с Кенши, тут понятное дело, что он никак не зонится. А это не та вариация просто. Да-да, никак она зонится. Но в конце концов здесь крутые рестенды, крутые миксапы и вортексы и прочее, и прочая фигня. Будет очень интересно посмотреть, как Найтмер будет реализовывать потенциал. Да так же, как и на Sony, что он не умеет это делать разве? Ой, да. Хорош, вот они, вот они те самые миксапы, рестенды и прочее. А еще здесь очень много сейфа, много чего нельзя наказывать там, огромный. Ой, какая ошибка! Ой, комбу запорол, мог убить! Ой, и просто опустился. И спирит чардж. Нет, нет, не надо. Не надо. Так, откинул в угол. Армором вырывается, да, но по Никсану не попадает. И мне тут кажется, же сразу Никсан, его Никсан, откидывает. Шарит, а вот он сейчас его лично, хорош. Случае, кроме Никсапов. Никсан, правда, сейчас почему-то комбу не доделал. Вот он сантиэрил, не сделал комбу. Отпрыгнул назад, подловил на джампач, не сделал комбу. Зачем ну, он не делает? Видимо, комбы? Не надо. Ничего да. лишнего. И не надо помогать. Он прекрасно справляется с Эх, спешлами. Вот здесь не попал. Просто это вортекс. Найтмер должен просто творить сейчас грязь. Не, это он решил комбу доделать, но не доделал. Ну, дропнул сколько? Ни а один, я говорил, две. Что Никсан как-то выигрывал Гарри Найтмера. Надропал столько Найтмер, что ну, Никсан просто не простил. Возможно, если бы дропа было меньше, вот она, Соня. Нет, поэтому вынужден менять персонажа. Демолишн или Кавертопс? Главный вопрос. Кажется, это Кавертопс, да. Хорошо нам знакомая по второму сезону ESL. По третьему уже не очень ну, хорошо. Да, по третьему уже там мы видели Демолиш, и Кавертопс не так заинтересовало. Не, это Демолиш, смотрите, мы... Вот, да ладно, да. Мы... Что-то я с вариацией, короче, не угадал. Да, мне казалось, что под рукавником можно ее поделить, но оказалось, вот мне что тоже. Нет. Что на рукавнике а гранаты были незамечены. Перезаряжается. Никсан выбирает из угла. Позонивает, откидывает опять в угол Найтмера. Так, тут надо ничего не делать. А, не угадал вверх. Очень жесткие виды нужны Никсану, чтобы избежать. Да здесь просто сидеть не бомбы. Нужно было. Ох, нифига себе, что он мутит. Да он и перезарядил, и еще бросок порвал. Никсан почему-то не врывается в Соню. Нет, вот это хорошо, хороший телепорт. Комбо-брейкер, конечно. Ну, кстати, мог тут Найтмер пожарить, но не стал. И не сидит Никсан, но выпрыгнуть тоже не может. Потому что бомбы не оставляют шансы на то, что ты с маленьким количеством хп досидишь этот раунд. Так и есть. Бомбы как минимум провоцируют тебя делать необдуманные поступки. То же самое, что и у Сайрекса всегда было. А мужиком Никсан промахивается, но его за это не наказывают. Он и 10 метров слил. Сейчас он, конечно, вот на этой камере... Да, тут он уже что-то сожрал и падает в угол. Есть шанс у него выйти. И нет, апперкот. Дежурный апперкот. Вив паниш, конечно. Был некоторый плюс даже от этого апперкота, потому что он дальше оттолкнул от угла. Так и есть. Но 14% это все 14%. И опять апперкот. Телепорт. Я думал, сейчас какие-то разводы. Вот. Хорош! Вот как можно закончить этот апперкот. Это хороший джамп 4 Кенши, который... Да, который красапает но... аж оттуда и дает комбу, и все на свете дает. Но, увы, помимо этого... Тёлки, действия... деньги, казино, все твое. Только помимо сделай красап джамп 4. Миксапы и гранаты не удалось. Ну что, 1-1? Думает сейчас Никсан, что может поменять в своей игре. Может даже вариацию. Может он думает, что проще расправиться с игроком, сидящим рядом, чем с его персонажем. Нет, я думаю, что о таком у нас все-таки никто не думает. У нас здесь нормальные люди. Ну, я думаю, многие думают, просто боятся показать. Боятся там... Я бы не стал развивать эту тему. Так, я думаю, Кендзюцу, да, я так и думал, что это будет Кендзюцу вариация. В Кендзюцу вариации у Кенши появляются там какие-то миксапы в ближнем бою за счет того, что ему дают оверхедный спешл, который наносит приличный дэмэдж. Ну, будет интересно, станет ли это неожиданностью для Гарри. А еще эта вариация, у этой вариации есть хваталка на весь экран, которая, конечно, хай, но тем не менее.
можно наказывать Балки гранат, и тут же Гарри Найтвер просто врывается в него. Что удивительно, а там еще очень много дамага должно быть. Хваталочка! Да, вот! Вот так он будет наказывать его. Отлично на полспине это действует. Да, наверняка. Так, здесь нужно блочить. Соня врывается, да. Совсем чуть-чуть не дождал Джо почем. Подбежал бросок, фирменный техник Сана. Ох, сбил армор. Пытался оттолкнул, да. Нет, это не тот случай. У Demolition Sony для этого не угадал лоу. Все подготовлено. Вот комба, это крутая комбышка. Комба. На 40% за 1 метр. Но оставляет себя без граната. И тут не комбится. Боже, как не повезло сейчас. А это и никогда бы не скомбилось. Это, здесь нет комбы с этого спешала. И врывается жампанчом, дает брейкер. Гарри Найтвер. Да, да, гранату. Ну, всегда надо как-то рисковать, и вот сейчас этот риск никак не продался, но 2 метра он отжал. Это хорош, откинул, подзонивает, да. И ест гранату, но ничего с этого Гарри Найтвер не выиграет, он перезарядился, но его наказали. И снова, да, бросает, вот она, из стороны в сторону. Вот эта штука за киндзюцу. Гарри Найтвер кинул близкую гранату, поэтому сейчас он разбил Никсана на комбо. Продолжай, да? С прыжка сбивает, с прыжка. А вот этот спешл, видимо, да, и вот, и, да, Гарри Найтвер врывается вот здесь. Неплохо избежал, совсем малую выгоду выжил Гарри Найтвер с этого. Никсан откидывает, сейчас. Давай. Пытается, как может. Остался один спешл, один ворваться, тратит брейкер Гарри Найтвер. И вот он проигрывает раунд. Не дал зарелодиться, главное. Сейчас да, очень... он поймал тот самый момент, когда нужно отзонивать. Очень тяжелая ситуация сейчас на это, потому что у него нет гранат, нет метра. Ай, вот хватай, поймал. И нет, вот поймал. Совсем рано делает. Поймал свой момент на этот мет, поймал. Гранаты перезаряжены. Сейчас у него есть возможность... Да, кинул гранаты, и вот здесь вот есть одну гранату. Гарри Найтвер, скорее всего, сейчас ворвется. Нет, это было неудачно. Вот здесь нужно было врываться или хватать. Не продолжает комбу Никсан почему-то. И разводит на лоу. Никсан почти падает в угол. Он без метра, он промахивается. Да и в кик на бифе нельзя наказать. Да, разводки, съел, да, съел, с двумя табло. Гранатами, и это была должна была, могла, была бы комба. Что, удастся ли сам? Боже, нет, похоже, это проигрыш. Да. Нет, он старался, но у него не получилось. Очень интересная манера передвижения по карте у Гарри Найтмера. Тем не менее, она работает. Нет, вот...